На самом деле, сегодня мы с педагогическим составом Семи Медикал Университи будем проводить два тренинга. Первый из них уже прошел до обеда. Тематика тренинга была «Уверенный оратор». Сегодня педагогическому составу, администрации любого учреждения очень важно уметь показать свои знания, очень важно уметь продемонстрировать себя и выступить на аудиторию. Причем выступить так, чтобы аудитория навсегда запомнила, сохранила эти эмоции и всегда могла вспоминать о том, о чем была речь. И мы работали с администрацией, с педагогами над тем, как развить этот навык. Тренировали их способность выступать, прокачивали энергетику. Я показывал разминки голоса, конкретные позы тела, базы рук. И как можно выступать без подготовки на любой аудитории в любой момент жизни. После же обеда тренинг будет более приближенный к медицине. Будет тематика стресса. Каждый из нас знает, что сегодня стресс, депрессии, панические атаки являются бичом 21 века. ВОЗ прям трубит по всему миру, что это проблема. В Казахстане 800 тысяч человек официально страдает депрессивными психологическими расстройствами. Поэтому сегодня важно, чтобы каждый персонал, любой сотрудник умел работать как со своим состоянием, так и помогать своим окружающим. Это сразу повышает эффективность бизнеса. Это моментально повышает самочувствие человека и поднимает его настроение, что помогает ему выстроить такие защитные механизмы от всех заболеваний, от отклонений эмоциональных и быть более стабильным и эффективным в работе. Первый, самый главный прием для любого оратора – это естественность. Не нужно пытаться кем-то казаться, особенно для молодых преподавателей. На старте своей карьеры они начинают копировать своих педагогов. Поэтому важно быть собой. Это первое правило, потому что никогда искусственность, она не будет доминировать над естественностью. Второе правило – это вовлечение аудитории. То есть нужно продумывать упражнения, слова и моменты, как аудиторию вовлечь в процесс. Чтобы быть экспертом таким топовым и смотреть на всех студентов свысока, оно никогда не даст хорошего эффекта. Всегда нужно продумывать, как работать с аудиторией, чтобы аудитория также вовлекалась в процесс. Соответственно, второй совет – это вовлечение. Ну и третий совет максимальной эффективности – это, наверное, драйв. Сегодня очень важно, чтобы даже самая скучная тема была подана энергично. Никто не запрещает выступать весело и интересно. При этом студенты любую скучную и нудную тему не будут слушать дольше 5 минут. Поэтому важно прокачивать свою энергию и драйв во время своих выступлений. Это и есть профессионализм. Когда человек уверенный в себе, максимально профессиональный, может подстроиться под любую аудиторию. Способность доминировать и быть выше, в этом нет ничего сложного. А именно профессионализм появляется в тот момент, когда педагог может подстроиться под аудиторию. Выйти на тот уровень как энергии, так и словарного запаса. Сыпать терминологии сегодня не так сложно, ее можно выучить, но при этом донести сложную тему простым, понятным языком, вот это и есть искусство. Студентам я вчера, конечно, показывал тематику стресса, что сегодня это моя главная идея, главная миссия, показать людям, как это работает, основы, причины и последствия, и научить их самым базовым вещам, как с этим справляться. Поэтому вчерашняя тема была направлена на стресс. Вопрос, на самом деле, очень емкий, при этом почему для медицинского состава очень важно осваивать инструменты работы со стрессом? Во-первых, медсостав входит в группу риска, так же, как и педагоги, и все люди, кто взаимодействует с аудиторией. Потому что врачам приходится ежедневно сталкиваться с огромным количеством людей разного характера, разного настроения, разных национальностей, разного возраста, разного состояния. Поэтому, конечно, это огромный стресс-фактор. Врачу важно с этим состоянием работать самому. Во-вторых, врачу важно уметь оказать первую психологическую антистресс-помощь своим пациентам. Что очень часто бывают моменты, когда человек в состоянии стресса не может сказать, какой ему нужна помощь. Человек в состоянии стресса не думает, он зациклен, у него в голове формируется доминанта, и он больше ни на что другое не обращает внимания. Поэтому важно помочь ему снять это напряжение, после чего можно подключиться к диагностике и к лечению. Методов очень много, и сегодня я буду показывать эти инструментарии. Один из основных инструментов, на котором базируется все мое обучение – это метод ключ. Метод ключ предполагает в себе саморегуляцию, использование естественных процессов механизма. Самое простое упражнение – это в момент стресса, в момент волнения, переживания или нервов, начать делать одно из упражнений синхрогимнастики. Самое простое из них – это просто качаться. Что происходит? Когда человек качается, его физиологическое и психологическое состояние приходит в норму. Его мозг уже не переживает над тем, что сделать дальше, и синхронное повторяемое действие приводит к тому, что критическое мышление отключается, и человек попадает в такое нейтральное состояние, когда ему все становится нейтрально. Он начинает спокойно ко всему относиться.
Вы можете заметить это у детей. Когда ребенок волнуется, он качается на стуле. Когда ребенок волнуется или плачет, мать качает младенца на руках. Вот эти синхронно повторяемые действия позволяют очень быстро сбалансировать состояние человека. Однозначно, сейчас эта тематика очень активно обсуждается. Я в том числе предлагаю эти проекты как университетам, так и Министерству здравоохранения. Буквально на прошлой неделе у меня был тренинг в Республиканском центре развития здравоохранения, где я им показывал возможности работы. Я считаю, что сейчас очень важно за бизнесом следовать госструктурам и обеспечивать пятиминутки. Это не должны быть часы. Это достаточно ежедневных пяти минуток антистресс. Когда делаются погружения, расслабления, медитативные практики, физиологические практики, когнитивные практики, работа с сознанием. Но ежедневная работа позволит баланс состояния педагогов, врачей и людей, кто постоянно контактирует с аудиторией, держать на уровне, не превышая. Конечно, человек никогда не исключится и не защитится от каких-то всплесков, да, эмоций. Но самое главное, чтобы эти эмоции не имели негативных последствий, не переходили в этап истощения и психосоматики. Я очень благодарен и очень признателен администрации Семи Medical University за то, что вы как лидеры в этой сфере первые начинаете подключаться к этому движению. Что у нас еще очень много планов с вашей администрацией по внедрению этих технологий в педсостав, в административный, студенческий состав. И это очень важно, когда сами лидеры, сама администрация понимают, что это нужно. Тогда это будет переходить и дальше, они смогут заражать этой идеей весь персонал, а персонал сможет передать это студентам. Тогда я уверен, что через 5-6 лет, когда ваши студенты будут завершать, мы получим это в массах. Даже сейчас у нас есть идеи, как можно это достаточно быстро начать внедрять. Сейчас вот вместе с РЦРЗ я записываю видео, которое после Нового года будет доступно для студентов медфакультетов и для персонала на бесплатной основе, чтобы они могли легко смотреть и справляться со своим стрессом. Вам же желаю быть здоровыми, всегда следовать за теми эмоциями, той энергией, которую просит ваше тело, не сопротивляться естественным процессам. Самое главное ведь в этом деле не сопротивляться. Бог все, что нужно, природа все, что нужно, человека заложила. Наша задача не бронировать, не мешать этому и позволить этому работать. Тогда все в организме будет так, как нам нужно.